рассада кабачка грибовский под силу вырастить даже новичку в садово-огородном деле. Из особенностей сорта выделяются следующие. Куст сильно ветвящийся, раскидистый, хорошо переносит затяжные холода, относительно устойчив к болезням, срок технической зрелости – короткий. Плоды кабачка грибовский цилиндрической формы с ребристостью плодоножек, длиной около 20 см, гладкие, окрашены в светло-зеленый цвет. Кора твердая, за счет чего могут долго храниться после сбора. Мякоть среднеплотная, белого цвета, богата витамином С, широко используется в домашней кулинарии. Семена кабачка грибовский высевают в открытый грунт в конце мая. Кабачок обыкновенный грибовский – это травянистые. Кабачок обыкновенный грибовский имеет средний ранний срок созревания. Его плоды созревают в месяц июль-август. Плоды имеют массу от 700 до 1500 грамм. Форма у плода цилиндрическая. Цвет плода светло-зеленый, зеленый. Мякоть средней плотности. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Годом создания растения считается 1943. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.